Из года в год, из века в век предается истина. Пусть слышит каждый человек. Христос воскрес воистину. Воскрес, чтобы оправдать людей, живущих по Евангелию. Воскрес он также для детей, что были мы, как ангелы. С ним жить мы будем много лет, никто не сосчитает. Там будет тот, кто любит свет, кто Бога угождает. Аминь.